И вот так она фигачит. Здесь масленочка. Натяжка регулируется. Вот такая вот насадка на болгар. Чайн Сав. Ссылка будет в описании на нее. На 125-ю болгар. Пробуем все это дело собрать, пробуем попилить. Вот станинка. Какая-то пластмасска. Цепь. Куча болтиков. Еще какая-то особа. Ручка и кожух. И инструкция. Первое проверяем, чтобы были все детали. Давайте сразу раскрутим болгарку. Так, наверное, вот этот кожух тоже надо снять. Здесь его нет. Есть вот такой вот набор ключей. Подходит. Да, подходит. Тоже с AliExpress. Ссылку оставлю в описании. Ну, вообще, на болгарку должен быть... Болгарка, смоленский инструмент. Я просто где-то его положил. Вот. И есть. Дальше мы должны еще снять вот эту шайбу. Вот такой комплект. Здесь вот всякие привода, шайбочки и так далее. Снимем пластмасску. Берем вот эту штуку, да? Ну, похоже, что вот так. И закручиваем ее. Ключ для этого шестигранник в комплекте. Но им неудобно. Если у вас есть там, ну, типа, из набора с отверткой, лучше используйте его. Смотрите, тут алюминий, как бы особо прикладывать усилия, наверное, не стоит. Ну, вот так. Крепко, крепко держится. Так, теперь дальше. Дальше ставим шестерню. Вот такую. Вот такую. Есть еще вот такая, но мы ставим вот такую. Нет, не ставится. Значит, она такая специально тут раз и цепляется, зацепляется сразу же. Ставим гайку от нее. Вытягиваем. Затянули. Устанавливаем станину сразу с цепью. Вот так ставится. И вот она цепочка. Разорвали. Достали. Цепь отдели. Тут идут типа шестерни на цепи. Затянули и поставили. Ну, чтобы все зубья цепи попали в паз. Иначе она у вас соскочит сразу же. Так, теперь у нас вот эта штука. Ее надо поставить вот так. Теперь, значит, вот это. Вот так, наверное. Вот. Вот. Закручиваем второй болт и натягиваем теперь. Чуть-чуть надо припустить, надо вот так и вот так. И теперь этим устройством натягиваем цепь. Натягивается. О, все работает. Ну вот так. Натянули и затягиваем болты. Раз и два. Ага. Теперь нам надо вот этот кожух. Так, одна есть.
Теперь вторая. Короче, китайцы, ну вас нафиг с вашими шайбами. Бля, ну китайские китайцы, вы что, не могли, блин, по-человечески здесь все сделать, пипец какой-то. Только так от руки, народ, уша, будет беда. Здесь тоже от руки. Вот так. Ну, то есть, получается, мы ее держим левой рукой, а правой все-таки здесь нажимаем. И вот так вот колбасим. Ну, все крепко держится. Не хлюпенько. Ну что, будем пробовать из-под каких-то дверей рамок. Повороты на болгарке ставим минимум. Ну, как-то так. Значит, на четверочку обороты будет, я думаю, нормально. Значит, смотрите, это еще не совсем все. Забыли мы залить маслице. Когда-то была у меня жигулька, и мы брали, я брал, вернее, на заправке прям. Помните, в бочках масло продавали на заправках. Что-то там по 20 рублей за литр. Я думаю, хватит. Пока собрали. Ну-ка пробуем. Теперь пошла смазочка. Давайте на тройку будет. На тройку тоже делает. Давайте на 4 поставим. Гаечка. Ну, вроде как, проблем быть не должно. Вот это лесничество. Все, народ, это такой обзор. Ссылка в описании. Приходит в обычной такой незрачной такой вот упаковке белой продукт. Ну, вроде бы как по отзывам должно все работать. Ну, я больше 5000 для ТВ, это много. Она пилит прекрасно. Никаких вопросов. Он все ровненько вот пил. Очень удобная штука. Конечно, можно приобрести отдельно пилу, но она нужна не так часто. Я бы даже сказал, очень редко. Ставится она несложно. Вот здесь вот болты, которые прикручиваются к болгарке. Там механизм, такая звездочка. И вот здесь двумя болтами сверху затягивается само полотно. Полотно стоит плотно. Держак, ручка. Прикольная тема. Вот я сейчас планирую ей напилить вот такие вот полочки для вот этой большой металлической полки. Вот уже я две напилил. Вот сейчас третья. Очень добротная вещь. Прям рекомендую, друзья. Классная тема. Давайте еще маленько попилим. Поехали.
натяг я использую. Ну такая тепленькая пила. Я ее, правда, уже немножко затупил. Тут мне было дело, попадались всякие болты в этих досках. Но тем не менее, можно подточить. А так все прекрасно шарашит. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайк. Красивый, жирный такой. Ссылку оставлю в описании. Заказывал на моем любимом магазине AliExpress. Всем пока.